В 2012-м в широкий прокат выходит историческая драма Акана Сатаева «Жао Жюрек Монбала». Причем историческая она становится не только из-за сюжета. Впервые в независимом Казахстане отечественная лента собирает за первый уикенд миллион долларов. И это еще не все. Фильм снят полностью на казахском. Успех как на родине, так и за рубежом. Жрек Монбала. Во имя Родины, любви и чести.